стосовно обширного скандалу, ви напередодні в нашому ефірі сказали, що Зеленському варто було б діяти на випередження і самому ініціювати розслідування по, власне, цим офшорам, які, вірогідно, що існували там з 2012 року. Однак натомість ми побачили реакцію Офісу Президента в словах Никифорова про те, що швидкої оперативної реакції саме самого Президента, блискавичної якоїсь миттєвої, не буде. І досі, от уже більше доби пройшло, да, вже друга доба після того, як опублікували ці скандальні матеріали, ніхто нічого докладно не розказує суспільству. Як ви думаєте, чому? Тому що є що приховувати, чи незручно, чи як? От яка, який мотив? Смотрите, для того, щоб ми з вами не догадувались, для того, щоб ми на самом деле оперували фактами, а ми з вами не маємо права в даному вопросі, тому що він дуже серйозний, в першу чергу, для країни і для наших відносин з світом, вистраювали якісь неподтвержденные версии, необходимо провести детальное расследование, как, какие уже назначены в адрес чиновников, которые тоже фигурируют в этих скандалах в европейских странах. Мы должны получить достоверные данные и предполагать, что это сделает генеральный прокурор, которого назначает Зеленский, там, глава ГБР, глава службы безопасности, который фигурант этого же скандала и является одним из партнеров Зеленского по этим офшорным компаниям, ну, наверное, выходит. Глупо. Но я думаю, что в первую очередь в этом заинтересован сам Зеленский. Нет, в этом заинтересована Украина, безусловно. Потому что если это форма шантажа, которым пытаются Зеленского склонить к каким-то действиям те, кто действительно стоит за этим масштабным сливом информации по офшорным операциям, ну, я надеюсь, у вас нет иллюзии в том, что это не журналистское расследование, а это легализация материалов чьих-то спецслужб, ну, которые раздали всем журналистам. Как в Украине зазвучай бывает, помните, то тому флешку подкинули, то тому, да. То конечно, тому, друзья, да. Это однозначно работа спецслужб, а журналисты это всего лишь метод доставки контента, да, и распространения его. Там 117 стран вовлечены в этот конфликт. Да, 117 стран. Поэтому Зеленский, да, если бы он чувствовал свою правоту, если бы он понимал ответственность за Украину как президент, как политик, как мужчина, он должен был выйти и буквально все разложить по полкам, должен был сформировать временную следственную комиссию, в которую обязаны, да, по регламенту войти все фракции, и сделать это максимально быстро, максимально прозрачно, тем более, что у людей, которые сопровождают его бизнес, в том числе и в офшорах, или сопровождали, если он на самом деле из них вышли. Ну, в любом случае, Шефир общается с юристами, которые могут эту информацию мгновенно предоставить и показать, что нет самого страшного, да, в чем, в принципе, обвиняют Зеленского в отмывании денег, украденных у украинских налогоплательщиков через государственный банк, Приватбанк, да, теперь государственный, а раньше банк, принадлежащий олигарху Коломойскому, который был национализирован. Чекайте, але ви зараз говорите про украденные. А можливо, він ховав, як стверджують зараз, ну, як називається, віп-агітатори Офісу Президента, що тоді був Янукович, і він захищав бізнес. Нічого не краще. Максим, захищати можна недвіжимість. Захищати інтелектуальне право, воно у тебе в голові, у мене в голові, у Ангеліни в голові. Тобто це їх собственность, да, їх креатив. Что за счет? Тобто рейдернути интеллектуальные продукты. Как можно рейдернуть мысли будущих периодов? Это вообще очень сложно. Смотрите, я ничего не берусь утверждать, потому что все, что бы я ни сказал, о чем я думаю, да, будет истолковано, как моя политическая борьба с Зеленским. Я сейчас хочу сказать, что, дорогие украинцы, вы, ну, это не тема для борьбы. Потому что последствия для Украины и для каждого гражданина Украины будут многократно весомее, чем политические дивиденды любой политической силы. Я видел, с какой скоростью это сейчас разгоняет Порошенко, и это понятно, потому что это между Порошенко и Зеленским ставит абсолютный знак равенства. Но мы должны думать о своей стране, мы должны думать о репутации Украины. Уже во многих статьях пишут, что Украина захвачена олигархами, и что Зеленский, которого народ выбирал, на фоне, да, борьбы с олигархатом, установлением справедливости, благодаря фильму «Слуга народа», да, оказался таким же, как и все предыдущие. Друзья, но это, по сути, приговор. Это приговор от всего инвестиционного мира. Это
возможность миру сказать, что нашей коррупционной стране помогать не надо. Угу. Это может сказаться на инвестиционном климате, да, на наших долговых обязательствах. Да и вообще, друзья, ну мы же способны, как, да, 40-миллионная страна, выбрать достойного человека, который будет жить интересами крупнейшего государства в Европе, а не торговать его интересами, да, еще да, тем более участвовать в сомнительных операциях по отмыванию денег. Вот, пан Мурав, как думаете, почему? Поэтому я очень надеюсь, да, что Зеленский все-таки отдумается, и что его технологи, я не знаю, и вернется офшор домой? Ситуативная комната все-таки перестанут играться и объективно поступят по-государственному. Все-таки это все обнародуют. Если есть чего бояться, ну, друзья, можно уйти в отставку ради своего государства, если ты действительно лідер України. Президент Чорногорії пішов відставку проти прем'єра Чехії, який теж фігурує в Pandora Papers, теж відкрили кримінальну справу. Дійсно, багато лідерів під прицілом. Друзі, я напомню, що лідери